Анонс и точный до выхода нового комедийного сериала «Кибердеревня». Премьера сериала стартует с 23 сентября на видеосервисе Кинопоиск HD. Далекое будущее не меняет привычек деревенского жителя Николая, который продолжает семейное дело и занимается развитием сельскохозяйственной деятельности. Мужчина проживает на планете Марс, где расположилась небольшая кибердеревня. Привычной и безрадостной жизни сельчанина не происходит запоминающихся событий, а ежедневная рутина, работа занимает большую часть свободного времени. Трудолюбивый марсианин участвует в жизнедеятельности населенного пункта, следит за новыми технологиями и пытается внедрить их в производство, чтобы облегчить собственный труд. Судьба Николая меняется в один момент, когда обстоятельства заставляют бороться за родное село и выступать против нововведений, устроенных наглой и высокомерной главой самой крупной корпорации на Земле. Амбициозная особа намерена развернуть строительство завода, что негативно скажется на инфраструктуре и природной составляющей, а также произойдут вредные выбросы в атмосферу. Понимая, что в случае ее победы придется отказаться от планов и забыть о спокойной жизни, он намерен вступить в противостояние и отстаивать свои права. Он совершенно не боится последствий и не намерен прогибаться под власть вздорной особы. Премьера сериала стартует с 23 сентября на Кинопоиск HD. Если вам нравятся сериалы и ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.